Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоза, и сегодня мы с вами посмотрим на крутые морфы Скибиди. Так, нет, не Скибиди, у нас здесь камерамены пока что, спикермены, ТВ-мены, а вот и Рейнбоу, ученый Титан Скибиди, да, по-моему, или нет? По-моему, да, о, это что, уж Титан? Смотри, еще такой есть. Но первый морф у нас находится вот здесь, бесплатный морф, так, забираем. Бесплатный морф. Где у меня все морфы? Так, подожди, а что загадки? Вот мой морф первый. Так, идем сюда. И... а как мне его найти? Так, покупаем. Эти покупаются, а вот эти не покупаются, да? Это вот эти мои морфы. Так, хорошо, давай посмотрим. Вот такой морф есть. Обычный у меня, ладно. Давай смотрим. Вот камерамен у меня вот такой есть морф. А, вот такой вот морф. Хорошо, смотрим на следующий морф. Давай вот этот вот заценим. Так, и где три? А, вот, ТВ-мен, смотри, отлично. Вот такой, он еще может, смотри, ударять. Еще может так вот делать. Че ко мне пристал ТВ-мен? Отстань от меня. Так, и может вот так свалиться вниз. Ну-ка, давай, вставай. Следующий морф у нас вот эта камера Girl с цветочком. Ну-ка, где у нас? Во, смотри, цветочек. Так, может вот так вот подарить цветочек. Любовь, лайкосики вам ставят. Дальше. Так, подожди. Да, о, не, вставай, вставай. О, так, еще что-то может. О, может топать. А это что это такое, смотри, у нас есть еще морф с цветочком. О, король камерамен. Обалдеть. И у нас еще вот какой-то есть ТВ Girl с цветочком, хорошо. Так, и у нас Титан Спикермен есть. О, это тоже первый морф бесплатный. Обалдеть, он летает, может сражаться. Так, еще может вот так вот делать, тоже топот. И может свалиться вниз. Оба, разваливается. О, круто! Хорошо, следующий морф у нас еще Титан Камермен есть. Вот такой вот. Отлично, два Титана. Класс! А это не тот морф, который я молот нашел? Кажется, это он. Так, может вот так вот делать. Давай, тоже топот есть. И молот что-то... О, удар молотом! Бам! Здорово! Здорово, здорово, здорово. Так, а как мне другие морфы искать? Так, мне надо как-то убрать морф. Подожди, а, еще бесплатный морф есть такой. Хорошо, а тот морф, который мы нашли, у нас ТВ-вумен должна быть где-то. ТВ-вумен, цветочек, но я не могу найти его. Как-то его мне надо найти. А вот, смотри, вот этот, вот морф, который я нашел. Камерамен с молотом. Ага, вот такой вот, понятненько. Вот такой у нас есть морф. И еще, ну слушай, здесь искать морфа тяжеловато. Во, вот так вот берем. О, вот, ТВ-вумен. Вот, любовный спел есть, отлично. Хорошо, ну давай погнали искать теперь морфа. Первый морф мы здесь нашли, здесь у нас какое-то, что это? Какое-то сражение. О, я вижу еще что-то, я вижу еще что-то. Так, забираем. Забираем еще у нас вумен скин какой-то, кажется, есть. Давай-ка посмотрим, что за вумен скин. Так, злая ТВ Girl. Так, ТВ Girl, злая ТВ Girl. Хорошо, как-то надо найти ее теперь здесь. Сложно найти. Так, это обычная ТВ Girl. Вот злая, ага. Вот злая. Так, и тоже у нее есть любовный скилл. Понятненько. Хорошо, пойдем вот теперь вот сюда зайдем. Это что это такое, что за место непонятное. Вот еще есть морф. Так, забираем. И еще здесь есть морф. Так, ладно, давай. Так, это же морф? Или нет, я не понимаю. Так, и это у нас розовый камера Girl. Да что здесь, все камера Girl, скины какие-то. Так, вот еще есть. Так, это что это такое? Давай посмотрим. Сейчас что у нас попадется? И это у нас... О, с табличкой камерамен. Хорошо, вот еще, смотри, я нашел. Это у нас спикермен. Колонка, колонка мен. Хорошо. Сейчас мы его получим и забираем. Вот, спикермен, отлично, забрали мы. У нас есть вантус вот такой. Это что у нас? Вантус ниндзя с камерамен. Сейчас посмотрим, кто у нас будет с этим вантусом. О, да, вантус камерамен, отлично. Здесь мы взяли. Всего 7 морфов я пока нашел. Этого недостаточно. Так, давай попробуем найти этого вантуса. Вантус, вантус, вантус. Вот, вот он у нас этот морф. Отлично, смотри какой классный. Погнали дальше. Запрыгиваем теперь, а ну-ка как он сражается. Обычно вроде бы, да. Я здесь тоже что-то нашел.
Так, и здесь тоже может быть что-то спрятано, да, в этих местах? По-любому может быть что-то спрятано. Так, запрыгнуть туда вроде нельзя. Ладно, тогда забираем вот этот вот морф. И это у нас что за морф такой? Секретный, интересный, какой-то необычный. И это... О, читерский спикер-вумен. Вау. Ну-ка, давай найдем, обязательно. И где? Так, хакер-титан есть, вау. Так, что-то не могу. А, вот, читерский спикер-вумен. О, а, вау, ничего себе, смотри, она еще и бегает супер-быстро. У нее есть удар, есть атака. О, ножами, вау, круто. Крутой морф. Прикольно, мне нравится. Туда забраться мы не можем. Но мне нравится то, что она быстро бегает. Это мне пригодится для чего-нибудь. Тут еще есть. Вот какой-то лавовый. Лавовый морф интересный. Так, пока бежим туда, посмотрим, что это такое. Так, и лавовый скибиди. Лавовый скибиди. Интересно посмотреть. Так, где у нас? Есть вот такой лава. Но это не тот. Мне надо другого найти, лавовый. Вот он у нас, трехзвездочный. Во-ха, прикольно, здесь еще что-то нашел. Какие-то очки ученого, прикольно. О, пила какая-то еще, обалдеть. Так, и у нас, смотри, есть какой-то ученый, да? Ученый, и так, вот это тоже заберем сразу же. Давай, я тоже хочу посмотреть, что это такое. Здесь какая-то штука торчит непонятная, на нее залезть можно? Так, вот, пила, у нас есть камера, кто-то там. Ну-ка, давай посмотрим. Так, ученый, этот есть. Этого находили, этот у меня есть. Кто у меня есть из новеньких здесь? Из новеньких, так, этот есть, вот. Да вот, обалдеть. Оо, жесть, он большой. Так, ну может тоже только сражаться. Ничего себе, он прыгает. Обалдеть. Вот это у него способность к прыжкам, конечно. Так, здесь что-то горит. Я могу эту штуку взять, которая горит, нет? Нет, по-моему, здесь просто пожар какой-то. Жесть. Ой, я еще куда-то залез, смотри, там на вершину. Там внизу есть какой-то морф. Так, забираем. Это паук. Это морф паука. Ха. Интересно, но я думаю, ну вот этим морфом можно... Воу, спайдер, спикер-вумен. Круто, очень круто. Так, побежали. Туда пройдем, посмотрим, что здесь. Может быть, в мусоре что-то валяется. Так, вот коробка какая-то, пустая вроде бы. Вот здесь что-то есть. Вот это вот, что это такое, вертолет. Лопасти от вертолета. Это, по-моему, что-то прикольное. И смотри, еще ниндзя-шапка. Так, ниндзя-шапка, забираем ниндзя-шапку. Ниндзя-шапка мне нужна. Так, погнали. Сюда пока запрыгиваем. И вот у нас самурай спикер-вумен. Да, что-то много спикер-вумен. О, там ракета какая-то. Вау. Что это значит? Что за ракета? Я хочу туда забраться. Можно мне туда? Так, смотри. Там реально что-то есть. Я хочу туда. Ну и я не допрыгнул. Я не допрыгнул туда, блин. Но было круто. Так, это что за табличка? Непонятно. Давай смотреть морф, который мы получили. Так, эти неинтересные вроде бы морфы. Есть у нас интересные, мы повыбивали. И это у нас. Так, это не те. Вот самурай. Давай посмотрим. Самурай. Опа-на! Вау! Обалдеть! Какой морф! Ну-ка, атака. Тоже есть ножом. Но высоко так не прыгает. Угу. Хорошо, давай следующего посмотрим. У нас еще был паук. Так, вот вертолет есть тоже прикольный. Так, вертолет умеет летать? Вертолет, лети! Вертолет не летит. Какой-то сломанный вертолет. Здесь только вот так вот. Быстро. Раскручиваемся. До максимальных скоростей. Нет, он не взлетает. Ладно. Тогда следующий. Паука хочу посмотреть. Вот у нас есть паук. О! Вау! Классный. Но тоже высоко не прыгает. Но бегает вроде бы нормально. Да, бегает хорошо. Так, а это что такое? Челлендж какой-то надо пройти, да? Так, ну-ка. Сюда не могу запрыгнуть. А как туда попасть?
Как туда попасть, непонятно. Я здесь что-то нашел. Так, ну-ка. Что это? Я морф сквозь стенку собрал какой-то. Интересно. Но туда попасть как-то не могу. Там тоже есть какой-то морф. Так, я собрал тоже ученый туалет какой-то. Хорошо. А это что такое? Тоже какой-то морф интересный. И здесь тоже что-то есть. Волосы какие-то. Вау. Что за волосы просто? Оверсир спикермен. Ого. Жесть, 16 морфов я нашел уже. Это очень много, мне кажется. Мне кажется, это уже очень много. Так, это у нас гикий туалет какой-то. Так, здесь эти я аж собирал, да? Так или нет? Так, нет, это новые какие-то. О, еще здесь, смотри, что-то есть. А я же здесь бегал, я это не заметил, хочешь сказать? Кажется, да. Кажется, это все я не заметил. Так, давай забираем вот эту штуку, тоже мне пригодится. И... Может, в этих домиках тоже что-то завалялось? По-любому что-то здесь есть. Да, смотри, здесь есть. Есть вот такая синяя роза. Еще вот какая-то штука прикольная. Класс, здесь смотри, сколько морфов. Очень-очень-очень много. Так, забираем. Забираем тоже что-то интересное мы получим сейчас. Что же это будет? Что же это будет? Это у нас мультискип. А могу еще раз взять, допустим? Вот еще раз беру. Так, ага, я уже это собирал. Понятно. И это тоже, да, так же будет? Да-да-да, это то же самое. Прикольно. Прикольно-прикольно. Так, здесь у нас больше ничего нет. По-любому здесь что-то есть. Рога какие-то, смотри. Собрал рога, и они у нас что из себя представляют? Так, ну-ка, получаем дьявольские скибиди. Хорошо, теперь сюда. Ой, это что такое? Какой-то мешочек непонятный, прикольный. Так, забираем его тоже. Но вроде здесь мы все собрали. В этих зданиях злой ТВ-мен. Злой ТВ-мен собран. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай теперь смотреть то, что мы насобирали. Итак, у меня есть вот этот ученый. Этих нет пока что. Этих нет. Есть вот такой мультискиби. Во, да, многоголовые. Да, прикольно. Ну ладно, есть еще поинтереснее морфы. Есть дьявольский, вот такой вот, дьявольский скиби. Дальше идем. Дальше. Так, злой, этого мы смотрели, это у нас был, ву, вот это прикольный. Вот это прикольно, о, с ракетами, обалдеть, вот это здоровско. Реально здоровско, мне нравится. Строитель какой-то, да? Классный, ладно, идем дальше, посмотрим. Что у нас есть? У нас здесь есть вот такой вот. Крутой тоже, смотри. Ученый какой-то, да? О, нет, у него даже какие-то колонки, щупальца. Обалдеть, он может быть злым, да? О, глаз включился и может взорваться, да, смыться? Ну-ка, о, жизнь что-то поджигает. Вот это классный морф. Ладно, идем дальше. Кто у нас еще? Есть какой-то супер титан, самурай. Классный, здоровский. Так, вот у нас грустный ТВ-герл есть, но это вроде обычный морф. Да, просто грустный ТВ... А, даже дождь идет. Так, но зато любовный спел все равно есть. Дальше смотрим. Дальше. Давай сразу вниз, наверное, да? О, смотри, какой есть. Вот это, что это такое? Обалдеть. Это что за мутант? У него и присоски, и это камера, и он в туалете, и на реактивном ранце. Вот это да! Такого я, конечно, не ожидал. Реально супер мутант какой-то. От всего есть. Как он называется? Так, Вантус туалет называется. Странно, конечно. Ладно, дальше кто у нас? Так, Оверсир. Оверсир, так, о, гик туалет. Вот это волосы, да, были? Да, и напоследок мы оставим оверсир. Так, во, гик-туалет. Вау, ничего себе. У него чего только не собрано. Какие-то прикольные штуки, еще и ракеты есть. Здорово. Дальше, и последним мы смотрим оверсир. Так, оверсир, вот такой вот у нас есть оверсир. Ого, вот это крутой оверсир. Это реально крутой. Ну давайте, ребята, оставим все остальные морфы на следующее видео, если вы захотите. Если хотите продолжение, обязательно ставьте лайкусик, подписывайтесь на канал. На этом у меня пока что все, не болейте, не скучайте. Пока-пока.